«Разговор по чесноку» на радио UFM. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Разговор по чесноку» и я, ее ведущий, Роман Полинсков. Пришла пора самого любимого время года у большинства студентов. Это весна. Все, можно сказать, выходят из зимней спячки и начинают плодотворно работать. Творческие же личности отдают все свои силы на фестиваль «Студенческая весна». И сразу хочется задать вопрос, а зачем? Что в этом фестивале хорошего и какую пользу он может принести? Об этом и о других вопросах «Студенческой весны» мы сегодня поговорим с арт-директором Всероссийской «Студенческой весны» 2016 года Нистан Читай. Нистан, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Студвесна – большой праздник, насколько это известно. В чем все-таки его изюминка? Чем он цепляет людей, чтобы занимались ей? Ну, я могу сказать, наверное, за себя. Да? Фестиваль – это как большая любовь. Она такая взаимная, настоящая. Люди, которые умеют танцевать, петь, играют там в театр, они получают возможность показать это, поделиться, да, рассказать о том, как они растут, развиваются. Люди, которые, наверное, больше похожи на меня, которые не могут этим там, заниматься настолько качественно, но зато они могут организовать все процессы, административно какие-то вопросы решить. Вот они получают удовольствие от того, что помогают реализовать свои возможности этим ребятам, да, помогают выйти на сцену и сделать так, чтобы они покорили жюри своим номером, своим творчеством, своим талантом. Как-то вот так, наверное. И могу сказать то, что ребята, которые выходят на сцену, вне зависимости от того, на каком факультете они учатся, это своего рода звезды, да, потому что очень много примеров того, как нынешние звезды эстрады начинали со студенческой весны. Даже Юлия Ковальчук, Дима Билан, да, и так далее. Нам безумно приятно, когда мы ищем там биографию этих людей, да, и у них есть такой пункт, там, российская студенческая весна или студенческая весна своего города. Приятно, что эти люди помнят о том, что они принимали участие в этом фестивале. И для тех ребят, которые там в первый раз выходят на сцену, это своего рода такое, такая мотивация, да, то, что и я могу стать значимым человеком именно в том, что мне нравится, в моем творчестве. То есть, надо только работать, да, над этим? Ну, конечно. Угу. Потому что творчество, когда я смотрю на этих талантливых ребят, это в первую очередь работа. Это, ну, конечно, там процентов 40-50 это талант, который дан где-то сверху, да, но остальные 50% это тяжелый труд. Угу. Вот. А, что интересно, хотелось бы задать такой вопрос. Студвесна у нас проходит весной. Угу. Это кэп не дремлет, можно сказать. Да-да. А чем он отличается от дня первокурсника? Потому что, насколько я знаю, смотря дни первокурсники, смотря студенческие весна, везде участвуют одни и те же люди, причем старшекурсники. В чем отличие тогда? Кроме того, что одна проходит весной, другая проходит осенью. Ну, в идеале, конечно же, то, что день первокурсника направлен в большей степени на то, чтобы участвовали первокурсники. Я думаю, то, что если где-то участвуют старшекурсники, а это я так как помню, да, то, что по положению там какой-то процент, возможно, может участвовать, да, наверное, для того, чтобы вовлечь, да, первокурсника, вот зарядить его этой энергией, этой любовью к творчеству, к такой внеучебной деятельности, да, наверное, для этого старшекурсники и участвуют. И если вот вы вспомните, наверное, себя тоже, я себя помню, но студенческий клуб, к примеру, он же не отпускает. Вот как ты не пытаешься оттуда уйти и сказать, все, я иду учиться, мне там диплом скоро, еще что-то, это не отпускает. Сцена, вот если раз побывал на ней, то все. И я представляю, как тяжело старшекурсникам там уходить, да, на следующий год или через год, чтобы именно первокурсники выходили. То есть это такая больная любовь немножко. Вот, и как раз-таки на дне первокурсника ребята зажигаются, да, влюбляются в сцену, и у них есть время для того, чтобы подготовиться к студенческой весне. Потому что на студвесне там уже выступают на равных как первокурсники, так и старшекурсники, да, потому что у них главная задача сделать классную программу или там сделать классный номер, чтобы удивить жюри, зрителя и себя в первую очередь, да, там перейти на новый уровень какой-то. То есть я думаю, то, что это от большой любви к сцене все. То, что старшекурсники никак не могут уйти, они помогают либо в качестве режиссера, либо в качестве актера. И чтобы, наверное, зарядить ребят, чтобы вот у них проснулось это желание весной показать себя как самодостаточного артиста на сцене. А на подготовку ребят как-нибудь смотрите?
Ну, мы смотрим, но это как для души, да, то есть нас греет душу от того, что во многих вузах очень рано начинается подготовка к студенческой весне, от того, что ребят так много времени отдают, и то, что у них получается совмещать это с учебой, потому что, ну, в первую очередь, конечно, ребята поступили, чтобы получить образование, да, и приятно, что там после пар у них остаются силы и желание, да, готовить номер, там, какой-то творческий перформанс и так далее, и так далее. И мы, конечно, это наблюдаем, отслеживаем, делаем репосты, чтобы и другие студенты видели о том, что в том или ином университете вот уже активно-активно готовится к студенческой весне. Ну вот параллельно сейчас в нашей программе идет первый день студенческой весны. Сегодня, насколько я знаю, выступает юрфак с экологами, по-моему, тоже с юрфака, если не ошибаюсь. И как, какие надежды подает альма-матер ваш? Ой, мне бы очень хотелось учиться в Казанском федеральном, но я с юрфака, но другого университета. Да, ну, допустим, да, отделение. Университет правосудия. Вот. Но я думаю, что юридический факультет — это все время такие люди с какой-то иронией, наверное, да, как смотрящие на мир, да, с, может быть, с каким-то, в чем-то даже сарказмом, да. И я очень надеюсь на такой... на такое их выступление, на такую их программу, где человеку надо будет задуматься о чем-то, да, наверное, может быть, пересмотреть какие-то моменты в жизни. То есть вот я думаю, у юрфака такое может быть выступление. И, конечно же, с таким моментом, что стёб над собой, да, вот, мне кажется, юрфаку это присуще. Вот я очень для рада... меня юрфак просто ассоциируется, вот недавно тоже пытались снять программу одну про них, и когда я к ним подходил брать интервью, спрашиваю, у вас в номере будут Конституция, Уголовный кодекс? Они сказали, да-да-да, будут. Вот у меня не почему-то с этим ассоциируется. Это, я надеюсь, что они могут и про что-то другое. Это, да? Это есть профессиональный юмор это, называется. Да? Самоподкол такой, да? Ну, наверное, да. То есть профессиональный юмор, как-то его где-то отобразить, да, показать, что вот это наше. Ага. А вернемся к той теме насчет пользы студенческой весны. Не во вред ли она идет... В учебе? Да. Знаете, Роман, я думаю, сейчас говорить о том, что нет, конечно, студвесна только на пользу. Это, наверное, немножко буду лукавить. Понятное дело, что если ты хочешь сделать что-то очень хорошо, надо отдавать это очень, ну, как бы очень много времени, сил, желаний и так далее, и так далее. Но я верю в то, как меня еще в своем университете научили, да, то, что активист, общественник — это тот человек, который учится вот в университете тому, чтобы правильно решать какие-то моменты, да, какие-то там тяжелые ситуации, конфликты, договариваться с преподавателем, чтобы сдать что-то попозже, там, находить общий язык, приглашать на свои выступления, чтобы преподаватели, я уверена, что они не против всей этой деятельности, да, потому что это поддерживается, тем более в федеральном университете на таком уровне, и так развито. Ну, добавок, преподаватели, наверное, сами же когда-то были студентами. Да, я очень помню и люблю федеральный за такие моменты, когда, там, опять же, день юрфака просто я приходила, и когда преподаватели участвовали в номерах, они там в видеороликах снимались и так далее. Потому что все мы люди, все мы творческие, все мы любим такие моменты. Но почему-то, мне кажется, не все студенты общаются со своими преподавателями настолько близко и пытаются как-то найти общий контакт. То есть мы в свое время приглашали их на свои выступления, чтобы они видели, что мы занимаемся правильным делом, мы развиваемся и продвигаем имя своего университета. То есть в этом плане. Я думаю, еще также общественники — это те люди, которые совмещают какие-то моменты, да, то есть в какой-то, вот у нас есть делегирование полномочий, мы то же самое делегируем какие-то моменты для себя, то есть в данный момент нам там необходимо больше сделать это или это, расставляем какие-то приоритеты, то же самое творческие люди, которые выходят на сцену. Вот, к примеру, в прошлом году у нас очень большая делегация была в Владивосток, да, и там 70% это были студенты энергоуниверситета. И с нами в Владивосток там приехал ректор энергоуниверситета, проректора приехали. Если не эта поддержка, то я не знаю, что еще тут. То есть они видят, насколько ректору важно то, что они делают, насколько он их поддерживает. И, конечно, то есть они стараются максимально выложиться на сцене. И потом, то есть во время сдачи экзамена, то есть они говорят, вот мы были там, они, мы знаем, у нас ректор там на ученом совете, ну, там, вас представил, поблагодарил то, что вы вот так вот представили честь вуза. Ну, как-то я, наверное, обширно как-то так ответила на все. Я думаю, что если студент сам настроен, да, на то, чтобы самому решать свои какие-то вопросы с учебой, он справится, потому что преподаватель, он всегда поддержит. Он за то, чтобы человек развивался в первую очередь, когда он поступает в университет. Потому что не только там от звонка до звонка, да, то есть это получается немножко не те знания. Надо же еще практику, надо умения какие-то там общаться с людьми там, и так далее, и так далее. Все мы хотим, чтобы вышел какой-то разносторонний человек, личность из университета.
И я думаю, преподаватели в первую очередь должны быть, ну, то есть на это направлены. Ну, а теперь тогда подведем итог именно, чему может помочь студвесна. То есть первое — это у нас общительность, коммуникабельность. Что еще там можно отнести к этому? Еще, я думаю, талантливым ребятам, которые очень талантливы, это может быть даже определить какое-то свое будущее. Вот, опять же, это не просто слова. Там во Владивостоке есть такая певица Наталья Власова, которая поет «Я у твоих ног», вот эта песня. Она после выступления нашего участника, Дмитрия Юдина, попросила его номер телефона, потому что там у нее были какие-то уже планы что-то совместно с этим человеком вот, сделать, именно как творческое, да, какой творческий подарок, потому что она увидела и разглядела в нем что-то. В Тольятти у нас приглашали из продюсерского центра наших ребят тоже, чтобы забрать их в Москву, и там уже, чтобы они развивались. Поэтому людям, которые занимаются творчеством на достаточно высоком уровне, то есть они вот, ну, действительно одаренные ребята, да, для них это возможность как-то, может быть, поменять свою жизнь, то есть выйти из привычного, комфортного на другой уровень немножко. Ну и студия сна может, наверное, помочь развить речь человеку, чтобы он смог с будущим работодателем пообщаться. И с Петиной, да. Да. Ну, а теперь перейдем к всероссийской студвесне. Насколько я знаю, Казань будет принимать третий раз. Да. Да. Чем будут удивлять в этот раз? Ой, чем только не будем удивлять. Мы уже, если честно, начали. Мне вот безумно приятно, как арт-директору, как человеку, который в команде российской студенческой весны в Казани. Вот мы провели 5 февраля 100 дней до старта студвесны, и это мероприятие вызвало такой информационный шум, настолько было интересно и СМИ, и там, организаторам, и Центральному комитету РСМ, который в Москве, что такое было принято решение, что в дальнейшем регион, который принимает у себя студенческую весну российскую, то есть в обязательном порядке должен делать вот такую акцию 100 дней до РСВ. То есть для нас это приятный бонус такой, то, что именно в Татарстане получило начало это действие. Также послы, которые мы придумали, послы российской студенческой весны. Могу сказать, что мы все выросли на таких глобальных проектах, как Универсиада, как ФИНА. И вот все лучшее, что мы помним, да, что мы сами тоже делали, вот у нас сейчас как раз идет на российской студвесне, вот послы российской студвесны, и там очень много людей, которые с радостью отзываются на то, чтобы стать послами. И тоже было принято решение, что в дальнейшем регионы, которые принимают студенческую весну, также должны продолжать это действие и посвящать в послы своих каких-то известных деятелей культуры, науки, спорта и так далее. То есть для нас это тоже очень приятная вещь. А на данный момент в Кольце у нас стартует каждую субботу студия весны. То есть это в формате программ там, «Вечерний Ургант», там, импровизация и так далее. Мы тоже очень переживали, получится, не получится, но сейчас мы видим, что это зашло, и то, что очень много людей приходят, и то, что гости к нам приходят очень классные, там Диляра Вагапова была, Анастасия Фатахова, «Громкие рыбы», вам знакомые, да, Элькин Искандеров сейчас, в дальнейшем у нас гости будут там из Саратова, Кирилл Лопаткин, если знаете такую команду КВН, неважно, что я говорю, важно, как я это говорю, и так далее, и так далее, да, то есть все эти люди, они будут приходить к нам на студию, вот мы с ними будем общаться в неформальном таком формате, да, и там посвящать в послы также происходит это действие. В рамках самой студвесны главное, мне кажется, для нас это создать все те условия, которые помогут творческим ребятам ну, показать свой номер, то, что они готовили целый год. Я уверена, что мы это сделаем на 100%, то есть я в этом даже не сомневаюсь. Как бы, но для нас это главная задача. Удивлять мы будем всем тем, я даже не могу просто это рассказывать еще, потому что, ну, все-таки хочется оставить какую-то интригу, но там... Ну, что чуть-чуть прикрытие. Ну, да, что касаемо там свободного времени, то есть мы готовим очень много интересного, то есть я не знаю, как они сами будут это выбирать, потому что в любом случае придется выбирать, но мы готовим много всего интересного там в свободном времени, связано с экскурсиями, арт-объекты по городу, у нас там в планах и парки студвесны и так далее, и так далее, то есть, ну, сделать так, чтобы весь город, вот он жил студенческой весной, потому что, ну, вот по-другому студвесну нельзя, то есть вот это образ жизни. Я обожаю этот проект, я очень рада, что вот я... являюсь сейчас здесь и сейчас вот в этом проекте и живу им. И очень хочется, чтобы каждый знал про этот проект, что можно принять участие не только как участник, как организатор можно, как зритель можно, просто прийти и насладиться ну, классными номерами, классными ребятами, потому что действительно такая атмосфера, я не знаю, просто вот ты сидишь и ты не можешь не улыбаться, потому что настолько все талантливы вокруг. Вот как-то вот так. Даже для тех, у кого есть маленькие дети, мы придумывали очень много интересного, чтобы мамы приходили со своими детишками,
и знали, что их дети в данный момент, они развиваются, находясь на студенческой весне. В чем заключается смысл должности арт-директора на студенческой весне? Кроме красивого названия? Да. Директоров много, а что значит приставка арт? Так, сейчас скажу. Вот у меня в направлении очень много служб. Все, что касаемо, наверное, вот у нас есть штаб, как раз-таки вот проживание, питание, площадки, работа с участниками. То есть именно все основное, что есть по фестивалю, что так или иначе должно быть. Вот это как раз-таки в штабе. А в арт идет вот все, что делает, наверное, такую обертку красивую этого фестиваля. То есть это пиар и реклама. То есть то, что мы сейчас занимаемся активно, да, вот это в моем направлении. Плюс как раз-таки служба свободного времени. Вот все арт-объекты, лаунж-зоны, там, экскурсии. Вот это тоже все идет ко мне в направлении. Фото и видео, там это продакшн, постпродакшн, это официальные гости, которые у нас будут. Это работа со зрителями на каждой площадке. Вот это те службы, которыми я вот занимаюсь. То есть все, что будет у меня, как скажем, в ведомстве, да, то есть на российской студенческой весне. Вопрос очень интересный насчет размещения на студвесну, так как во Владивосток мало что, наверное, кто приехал. В прошлом году. Далеко, да, в этом году, можно сказать, центр практически России, не имею в виду центральный федеральный округ, а, ну, вот. Ну, я поняла, да, удобно расположение. Ближе ко всему. Да. Да. То есть как будут... В сравнении с Владивостоком, то да, конечно, и были регионы, которые не ездили в большом количестве, например, во Владивосток, да, и они сразу говорили, следующему региону будет, конечно, ого-го, потому что все захотят большими делегациями приехать. Вот, но безумно приятно, что на сцене все радовались, когда объявили Казань. Я помню Ханты-Мансийский округ, насколько они были счастливы, кричали, вот Казань, наконец-то мы опять приедем к вам. Поэтому мы тут включаем все ресурсы, которые у нас есть. На данный момент отрабатываются все возможные варианты, да, потому что мы понимаем, есть то, на что мы рассчитываем на данный момент, да, и есть, что, возможно, будет по факту. Вот, поэтому мы оглашаем цифру 2,5-3 тысячи человек. Да, это основное место проживания деревни Универсиады. Вот остальные сейчас вот как раз-таки в процессе. Вот у нас штаб работает в этом направлении, чтобы создать все комфортные условия. Плюс на каждом месте проживания будет своя программа, да, после того, как ребята приедут, уставшие с выступлений. Да, то есть это какие-то фесты, какие-то там концерты и так далее. То есть это все у них будет в любом случае, в любом месте проживания. Все-таки почему именно Казань выбрали, на ваш взгляд? Что помогло Татарстану получить этот заветный фестиваль? Бывает же, вот время пришло. Вот время для Казани по российской студенческой весне пришло. У нас в 2013 году прошла универсиада, очень круто. После этого у нас прошли водные виды спорта, да, чемпионат мира. И в 2016 году как раз тот момент, когда хочется вот чего-то еще. То есть мы как будто бы не успокоимся, нам надо еще вот таких масштабных мероприятий. И мы действительно готовы, потому что мы в 2014 году заняли первое место на студвесне в Тольятти. До этого в Ульяновске мы заняли тоже первое место. И в Владивосток мы ехали очень серьезно настроенные. То есть у нас делегация 71 человек. Очень далеко ехать, но мы понимали, что мы едем туда за гран-при. Ну и затем, что люди поняли то, что 6 лет в Казани не было студвесны. Время пришло, мы готовы, мы хотим провести. Мы выросли как административно, так и город очень изменился. Многие не узнают. Вот у нас прошло совещание руководителей региональных дирекций, да, приехали 50 регионов к нам, и они удивились, они не узнали Казань. И нам сказали, это было самое спокойное совещание за последние там 4 года, потому что до этого приезжали, и всегда все волновались, потому что а вдруг не так будет что-то на площадке, а вдруг там что-то не так. А тут приехали, ну это же Казань, ну в Казани, ну как уж в Казани что-то не так может быть. Они, ну это мы знаем эту площадку, это классная площадка. Да, вот тут мы тоже были. А когда увидели наши спортобъекты, наш город, как он преобразился, ну это классно от того, что вот люди ждут, и они ждут ее не с тем, чтобы бороться за что-то, а с тем, чтобы получить удовольствие от того, что весна пройдет в Казани. Насчет выборов, как же все-таки проходят они, именно хозяев? Ага, право проведения, да, как у нас? Да. Получается то, что объявляется конкурс. Вот совсем скоро будет объявлен конкурс для тех регионов, которые хотят провести студвесну в 2017 году. Заявочная кампания, то есть мы направляли свою заявку, там, подписанную министром нашим,
с тем, что мы хотим провести. Мы сделали там информационный буклет, расписали наши площадки, наши возможности, какие мероприятия мы проводили до этого и так далее, и так далее. Отправили это в Москву, вот, и, соответственно, ждали оглашения результатов. Оглашение происходит на гала-концерте российской студии «Весны», и вот в прошлом году в Владивостоке на закрытии как раз-таки прозвучало то, что в 16-м году студия «Весна» пройдет в Казани. Вот в таком формате это проходит. Весело. То есть ждут до последнего, да? Да, до последнего. То есть когда студия «Весна» закончилась, на следующий день вы идете и готовитесь. Да? К следующему году. Да, так и есть. Не дают сразу этот запас времени. Нет. Жестоко. А как проходит отбор на всероссийскую студию «Весна»? В каждом регионе есть свой региональный этап. Да? То есть вот у нас вот сейчас идет в вузах, в учебных заведениях, после этого городская студенческая «Весна». И 21-23 апреля республиканская студия «Весна» и 26-го гал-концерт. Как раз-таки вот за три дня, которые у нас будут в ИКИАТе проходить отборочные этапы, жюри определяет состав делегации, который поедет уже на российскую студенческую «Весну». Вот, поэтому обязательно, если кто-то хочет поучаствовать в российской студенческой «Весне», нужно участвовать в вузовской, да, в городской, и вот потом приехать на республиканскую, то есть в Казани 21 по 23 апреля. То есть нельзя миновать никакую из ступени, обязательно надо начинать с вуза. Да, ну то есть заявку подает учебное заведение, да, поэтому мы должны быть уверены, то есть это знак качества, то, что у себя в учебном заведении ребята уже там, ну, прошли какой-то смотр, да, то есть они лучшие из лучших у себя в вузе, поэтому они показывают на программе, когда Казанская, например, у нас идет, студенческая «Весна», программа учебного заведения показывается, да, они показывают свою программу, вот, тоже выставляются баллы и так далее, и они сами из своей программы определяют те номера, которые поедут, ну, пойдут дальше на республиканскую студию «Весну». Вот, республиканская студия «Весна», опять же, это новые члены жюри, у нас приезжают помимо казанских, да, помимо республиканских, есть российские звезды, да, которые у нас там, и Егор Дружинин у нас сидел, и другие люди, которые и сидят на российской, вот, и, соответственно, они смотрят уже заранее, то есть, там, кто может на России что-то взять, да, как это могут докрутить номер и так далее, и так далее. То есть, ну, вот республиканская — это обязательный момент, который нужно пройти. А что делать людям, которые, увы, в своем вузе не смогли себя показать, но они очень сильно хотят? Ну, вот возьмем абстрактный такой пример. Допустим, КАИшники, не в обиду вам, друзья, придумали номер, вот, но у себя в КАИ он не прошел. Там, может быть, они как-то пытаются затесаться в чью-нибудь команду именно из КФУ, какого-нибудь института. Там. Никак потом никаких разбирательств у них нет, не будет? Нет, по положению, например, если там есть определенный процент, который из другого учебного заведения, то есть может входить в какой-то коллектив. Но если, например, заявка идет от федерального университета, да, и там 5 из КАИ и только 3 из КФУ, то тогда это, конечно, по регламенту не проходит такой номер. Вот. Даже поэтому, если он самый мощный такой, да? Ну да, потому что там должно быть больше, конечно, студентов федерального университета, вот, и какая-то часть может быть и студентов КАИ. Есть ли определенные квоты от регионов, которые собираются приезжать? На Россию, чтобы поехать, да? Да. Нет, ограничений, то есть нету. Есть единственный момент, опять же, по тому, что есть оргвзнос на российской студенческой «Весне», и он, наверное, является таким барьером, чтобы не вести, то есть огромную делегацию, да. То есть там есть определенный барьер, определенная квота. Вот 35 человек идет по одной сумме, и там свыше уже по другой сумме, ну, там в два раза больше, чем первая, да, цифра. Вот поэтому для многих это, ну, серьезный аргумент, чтобы вести делегацию до 35 человек. Вот. Поэтому есть делегации там, 35 и ниже. Есть, ну, делегации, которые могут себе позволить оплатить и оргвзнос, и проживание, ой, не проживание, а переезд, ну, вот больших делегаций. Вот. А насчет волонтеров поговорим. Поговорим. Чай, их очень любят. Да. После Олимпиады, Универсиады, везде одни волонтеры. У каждого человека есть бейджик волонтера, да, 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 форма волонтера. Все мы были там. Да. Сколько волонтеров будет задействовано и будут ли задействованы вообще? Да, волонтеры будут задействованы. Нас курирует это направление Анна Андреевна Захматова. В данный момент даже могу сказать так, то, что у нас есть волонтеры, а есть ребята, которые вот сами подавали заявки на то, чтобы, чтобы быть в исполнительной дирекции, тоже на волонтерской основе, но вот ребята уже выбрали конкретное направление. Вот, и у нас буквально
в эти выходные и следующие выходные как раз будет проходить собеседование. 1500 человек подали свои заявки, что очень приятно. И с ними сейчас идет общение, чтобы понять, в какой службе они хотят работать. То есть вот я перечисляла некоторые, да, там проживание, питание, пиар, реклама, там с партнерами работа. Вот в том направлении, которое им понравилось, они вот как раз-таки на волонтерской основе будут работать, развиваться там, и так далее, и так далее. А какие определенные требования к волонтерам? Ну, у нас... Что он должен уметь? Единственное было такое, наверное, больше всего требование, это было по направлению медиа, то есть там обязательно нужен опыт, то есть в том или ином направлении, потому что там очень много. Вот, по остальным, то есть мы хотим посмотреть, кто там вообще придет. То есть у нас там и школьники, то есть у нас нет ограничений, то есть это там с 14 лет люди, которые могут быть уже волонтерами, да. Далее мы все-таки сделали так, чтобы это были люди с Республики Татарстан, то есть регион России мы не брали в этом именно вопросе. Вот. И, ну, желательно, конечно, мы прописали, чтобы в том направлении, которое они выбрали, чтобы у них был уже опыт участия в каком-то проекте, то есть там либо республиканский, либо всероссийский. Вот, поэтому, ну, все это станет известно на этапе собеседования, потому что, когда все заполняют заявки, им же хочется, чтобы их точно как бы пригласили, и они там все пишут, да, я все могу, я все знаю, я все умею. А на практике потом? Да, а на практике Ой, потом. Я не знаю, как это делать, да? Да, да. Бывали такие случаи? Бывало, знаете как, я не хочу, ну, то есть, ну, так скажем, на одной из студвесен российских, где мы были, такое было. То есть, когда волонтеры, которых мы спрашивали, то есть они говорили, ой, а мы не знаем, или сейчас подождите, и такие быстрые-быстрые убегали, они еще все одинаково одеты, не запомнишь их. Вот, и как-то такие моменты, конечно, смущали, и мы, то есть, для себя понимали, то есть, ну, то, что это ненормально немножко, потому что волонтеры, как бы хорошо организаторы не работали, как бы мы не готовились, там, днями, ночами не спали, делегация запоминает в большей степени только волонтеры. И это тот человек, который должен знать все, да, и всегда должен помочь, и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, не во всех регионах как-то так было. Вот, но мы уже научены, да, на универсиаде, опять же. Я сама была волонтером, и в Сербию ездила волонтером, и прекрасно знаю, как это сложно, но как это приятно быть вот частью какой-то делегации, быть частью такого большого проекта. Вот я уверена, что наши ребята, они... У них, так скажем, рука уже набита в этом плане. Осталось, вот знаете, как это называется, по-хорошему заразить именно студенческой весной, чтобы в голове, а главное в сердце, вот был этот проект. И всегда было желание помочь, какой бы вопрос ни был. А все-таки чем занимается волонтер? Какие функции у него вот есть? Опять же, есть службы, которым, ну, например, если этот человек выбрал, буду по своему направлению, да, волонтер, там, службы свободного времени, или лаунж-зоны, да, вот, соответственно, он отвечает за то, чтобы на площадке Уникса, где проходит хореография, его площадка работала, отвечает ли он там за встречу, отвечает ли он, ну, за встречу делегации, за, там, за распределение по гримеркам, за то, чтобы там участник не проспал свой номер, да, за то, чтобы там все активности работали, за то, чтобы там везде крутились новые фотографии, ну, то есть вот такие моменты. У каждого своя зона ответственности, самое главное, чтобы он ее как бы не забыл или не забил, да, вот как бы вот так, что произошло, вот, чтобы там все вот именно работало так, как должно быть, вот в таком формате. И у каждой службы свои моменты, то есть там проживание, у них совсем другие там задачи, да, стоят, то есть там и встретить, и расселить, а у службы там по работе с участниками это все начинается еще до, то есть там связаться с каждым регионом, чтобы каждый регион зарегистрировался на сайте, чтобы они залили туда фотографии, чтобы записали все правильные фамилии, имена. Очень много всего. А какие организации, вот казанские, ну, молодежные организации, может, какие-то не относящиеся к молодежи, если такие имеются, работают над подготовкой? Кто входит? Помимо РСМ. Да, помимо РСМ, конечно, это Лига студентов. Президент Лиги студентов Илькин Искандеров является исполнительным директором. Ничего этого не было бы, то есть без поддержки нашего правительства, да, поддержки президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, министерство наше по делам молодежи и спорту, то есть это главное курирующее такое министерство у нас, да, и, соответственно, в студвесне центровое министерство, комитет города, комитет по делам детей и молодежи, и «Молодежь Казани», наша организация, которая вот все вместе, мы делаем студенческую весну. Есть еще также множество министерств, которые входят
да, в оргкомитет данного фестиваля, Министерство образования, Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел. То есть, ну, очень много это те министерства, которые нам помогают так или иначе, ну, реализовать этот проект, потому что мы сами, да, как общественная организация, ну, это невозможно сделать без поддержки именно разных министерств, то есть там скорая помощь, чтобы у нас была, да, то есть чтобы у нас встречи, проводы, все, чтобы прошло хорошо в аэропорту, чтобы у нас там, не знаю, с транспортом не было проблем там, и так далее, и так далее. Каждое министерство закрывает свой блок вопросов. То есть у нас есть межведомственный план, по которому мы работаем. Вот, соответственно, это все министерства, которые нам там помогают, решают какие-то вопросы, которые возникают, и так далее, и так далее. Министерство связи, ну, очень много, честно. Но они помогают это с нормальными, хорошими намерениями. Не просто так вот, ладно, мы вам поможем, только отстаньте от нас, пожалуйста. Нет, нет, нет. Да? Я, честно, в других регионах была, я, ну, часто общаюсь. У нас часто проходят какие-то совещания, да, где мы поднимаем вопросы там, по поддержке молодежных организаций и так далее. Вот недавно нам звонила Уфа, спрашивала, как вот нас министерство поддерживает, да, там, выделяет ли помещение, вот у вас так все хорошо, мы знаем, вот Татарстан, вот подскажите, пожалуйста, а вот как выстроить такую работу. Нас, честно, очень поддерживают. Вот, потому что вот 1 марта мы решили тоже отблагодарить, хоть это все министерства, но серьезные люди. Мы поехали к ним с подарками, с шариками. Все там одеты по-весеннему, там легко. У нас символ кот, там люди раскрашены в котов и так далее. Мы приехали почти во все министерства, поздравили. И очень приятно то, что все шли навстречу, все улыбались, все там говорили, круто, что весна, мы знаем, да. Давайте селфи, что надо пожелание написать, давайте напишем. Ну, очень приятно то, что они сами это вот... этим живут. В какой-то момент, когда вот возникает вопрос, они говорят, что весна, ну, все мы через это проходили. Вот как, ну, в таком формате. И председателем оргкомитета нашим является премьер-министр Республики Татарстан. Вот поэтому это, конечно, тоже помогает много проблем решить. Сами как пришли к этой работе? Ну, в принципе, на первом курсе я от всего открещивалась, то есть я говорила, что я поступила учиться, вот. Но со второго курса вот как раз-таки позвали на студ весну, вот. Я очень люблю сама сцену. Но петь, танцевать не умею, я больше вот как раз-таки говорить, выступать, там, какую-то роль мне дали. Вот, и все, влюбилась в это дело, поняла, что это классно, это помогает, тебя узнают уже преподаватели, тебя узнает ректор, и это своего рода большой плюс в учебе, вот. И после этого я стала руководителем студенческого совета у себя, вот, потом в 2010 году как раз-таки пришло новое руководство в Лигу студентов, Тимур Сулейманов пришел, его избрали, и вот у меня как-то ваш вот, гость, который был до меня, Валентин Шахабалов, вот он меня пригласил на собрание в Лигу студентов, и все, после этого я оттуда не уходила. Потом меня выбрали вице-президентом культурно-массовой работы, комитет культуры и культурно-массовой работы. И все, то есть я занимаюсь тем, что мне действительно нравится, то, что я люблю. Я понимаю, что без, опять же, без любви, да, и без... понимание и необходимости себя в этом деле, невозможно что-то, ну, как бы творить, да, и менять мир. Вот я считаю, что на своем уровне я его как-то меняю, меняю к лучшему, меняю, может быть, судьбы людей, которые рядом со мной, студентов, да, там, творческих ребят, в какой-то маленькой степени, но что-то хорошее. Потому что я думаю, что такая работа, именно общественная деятельность, она какая-то очень правильная и очень нужная. Вот. И, а вот в рамках студенческой весны я, честно, очень долго ждала этот проект. Я в 2009 году не участвовала никак и очень сожалею об этом. Я вот сейчас поэтому наверстываю, да, так упущенное максимально, насколько могу, просто потому что я знаю, насколько это классный проект. И вот я 4 или 5 раз уже ездила на другие студвёсны, там, в Нальчик, вот, там, в Тольятти и так далее. И я хочу еще раз это прожить. И я хочу прожить, и еще хочу другим регионам показать, вот как мы умеем это делать, да, как мы видим студенческую весну. И как вот Казань, какая она молодежная, какая она классная, дружная. И как мы вот, как вот у нас девиз такой, живем в ритме студвесны. Как-нибудь будете помогать именно казанским исполнителям, которые пройдут на студвесну? Российскую? Да. Ну, я лично, наверное, нет, если только морально. Да, и лайками в Инстаграме, потому что Но та организация, допустим, не будет ли такой работы, что
мол, мы поможем своим, чтобы мы же взяли здесь... Гран-при, да? Гран-при. Ну, вот... такую черновую работу, чего, конечно, очень не хочется. Я, честно, вот уже общались на тему того, что после того, как мы взяли гран-при в Владивостоке, да, гран-при на выезде, да, когда так далеко от дома, ну, это самое приятное чувство, когда тебя, твою работу и там, твои возможности оценили вот там, да, на выезде, не дома. Дома, конечно, то есть ребятам уже будет помогать, что они дома. Что они выступают в зале, который они знают, что за них придут болеть очень много народу. То есть морально мы, конечно, всем поможем, потому что родные стены, они всегда помогают. Но вот именно связано с тем, что там кому-то мы случайно выключим микрофон там, или еще что-то, конечно, такого не будет. Потому что студ-весна — это конкурс, ну, непрофессиональный, да, такой. Угу. Поэтому студенческого творчества. Поэтому должно победить творчество. Но он больше как бы объединяет, да? Там да, такой конкуренции прям нет. Да, там действительно очень объединяет. И вот Владивосток тому пример, когда там в последние дни ребята вместе уже и пели, и танцевали. И когда группа «Пицца», да, вместе с нашими ребятами, потому что там жюри жили в одном месте с студентами. И очень прикольно то, что там «Пицца» сидит, играет на гитаре. Наш Роберт Муртазин с ними поет, Илькин Искандеров вместе. Просто от того, что там классно. Вот это такая атмосфера именно классная. Все-таки чего ждать обычному зрителю от студ-весны? На какие номера больше сделает упор именно Татарстан? Там, может быть, уже сказали, какие, ну, какие-нибудь регионы, вот мы хотим там танцы показывать, там больше всего хотим в такой номинации взять гран-при или в таком духе. Нет, конечно, чего ждать? Такие вещи регионы не выдают до последнего, да, это, ну, самое важное, да, то есть это сохранить такую тайну каждому региону. Но мы прекрасно знаем, что Ханты-Мансийский автономный округ очень сильный в театральном направлении. И вот в прошлом году они показывали номер, ну, я эмоциональный человек, но я просто действительно не смогла сдержаться, и не только я, потому что, ну, мы плакали просто от того, что вот очень... Номер был без слов, да, но в то же время они настолько смогли вызвать у каждого эмоции. Это о чем он был? Ну, он был о войне, да, то есть в таком формате тема войны была, и поэтому как-то там был очень, очень сильный номер. Вот, поэтому я бы очень хотела посмотреть их программу и посмотреть их номера. Также, наверное, у нас две площадки есть. Это площадка Галиаскар Камала и площадка УЛК, которая находится в деревне Универсиады. В них будет проходить направление там, региональной программы, когда будет 40-минутная программа региона. То есть люди, которые хотят прийти и посмотреть не просто какой-то отдельный номер там, по вокалу или хореографии, а которые хотят прийти и посмотреть целостное там, представление, да, грубо говоря, там, концерт, они могут прийти именно на эти площадки и посмотреть, что же привез регион, целую программу. То есть это, наверное, то, что тоже очень будет интересно посмотреть. Вот я думаю, в таком формате. Ну, а Уникс, он будет просто наполнен вот хореографией, вот этими ребятами в кепках, да, широких брюках или там в пуантах, я не знаю, да, потому что это вот направление хореография, самое массовое направление, которое есть, вот. И вокал, ну, вокал это просто очень красиво, вот, поэтому в Океаде это все будет проходить. Тинчурин и Тюс — это две площадки, где будет проходить театральное направление и направление оригинального жанра. Вот, соответственно. Ну что ж, приятный был разговор. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я уверен, мы бы еще о чем-нибудь поговорили. Вечно, да, можно вечно можно говорить о каких-нибудь инновациях, которые Казань собирается вводить в этот фестиваль, еще что-нибудь. Я надеюсь, то, что... Казань получит следующее право проводить где-то, ну, года через 2-3. Ну, вот, ладно, следующий годок мы куда-нибудь скатаемся, потом вернемся обратно к нам в Татарстан. Ну что ж, друзья, большое спасибо за внимание. Это была программа «Разговор по чесноку». Я ее ведущий Роман Принсков. Сегодня мы говорили о фестивале «Студенческая весна» с арт-директором Всероссийской студенческой весны 2016 года Нистан Читай. Большое спасибо за внимание. Увидимся. До свидания. Разговор по чесноку на радио UFM.